Суть в том, что если я сейчас с горы побегу, ко мне в спину могут на изи зайти и убить. Либо бежать одновременно с зоны. Вот, давайте рискнем. Попробую как-то протопить. Просто в бошку стрелял там 5 выстрелов, а он живой. Палевно, сейчас убегать тоже палевно. Жадничать я не буду, пожалуй, надо дальше двигаться. Но это ГГ. Такие территории для коряков. Плюс передо мной кто-то стрелял с коряка. Самое такое голимое место. Слева чувак и справа чувак. Где ты говно стреляла-то? Берем у него шапку. Армор, верни. Это рискованно, если я умру, как бы ничего страшного. Курю, пойду. Но я попробую все-таки за шапкой сходить. Армор где? Мужик, армор. А подсечки не было у тебя? Ох, жадность сгубит меня.
хреново, прям по центру бегать, то пипец. Канавка хорошая, но, блин. С горы могут бахнуть. Где-то здесь он под горой. Перенервничал слегонца, сорян. Фак, где типок?
странно, то, что здесь никого нет. Они все в домах, что ли, там, мне кажется. Варианта 2, ждать эти зоны, вариант 1, как бы играть рискованно. Крысята по углам расселись просто. Самое хреновое, что мне надо паркурить через эту херню, через забор. А паркур будет слышно. Если сзади выйдет, я не жилец. Еще надо двигаться надо. 4 еще, но они в домах. Сейчас из домов поуползает, походу. Один здесь по-любому сидит. Внутри.